Сашка заехал, говорит, поменяй мне колодки передние на вокнах. Вот мы меняем сейчас колодки на вокнах. Еще поездит еще, да? Еще поездит. В принципе. То есть чисто колодочки, да? Чисто колодочки меняем. Спортивные, да? Да. Вот. И суперспортивный, да? Суперспортивный. Без пашинкана. Классно. Вот колодочки у нас. А, это тоже спортивные, когда прогревают, затормозят, да? Да. Класс. Вообще бомба. Да. Ну, как-то так, да? Как-то так. Левая сторона, да? Чуть-чуть лучше, да? Да, чуть-чуть лучше. Да, ну. Жесть вообще. Это жестоко. А колодка тоже, да, в ноль? Ничего. Такое впечатление, что или на одной стороне поменяли, а на другой не в прошлый раз. Или там. Они поменяли. Или там поршень что-то. Да? Тут порта закрыты. Прикипело, да? Обычно? Вот такие вот. Обычно для защиты, да? Да. Есть. Тут и стойка чуть-чуть уставшая. А это как случилось? Ой, стойка. А как это случилось? Ну, почему? Наверное, где-то в яму попал. Ничего и согнул ее. Ничего. Не, а вот это чем? Ну, похоже? Так. Ну, опорника, подшипни, опорника не мали. Опорник там, а вот это чем бахнуло? Так, аж туда вверх? Аж туда вверх. Ничего себе так. Нормальная дорога в Украине. Пошел. Дядюра, вы Божьи заповеди помните? Ага, не убей! Чуть-чуть лучше, да, получше. Чем с правой стороны. Да, ну да. Вот это у нас левый, ага. А это у нас правый. Выделено. Сравнение просто. Так, блин. Писец. Сказать, делайте ТО вовремя для своих автомобилей. Да, вовремя. Тормоза это вообще ни разу не шутки. Вообще. Мало того, что себя покалечите, машину снимете, окружающим навредить. Вот новые, да. Вот так должны выглядеть тормоза. Исправные. Не конкретно так, но. Такие будни на СТО у нас. Я думал, с одной стороны супер, думаю, может заклинил просто. А ну, с двух сторон уже износ такой. Ну да. Вообще жесть. С двух сторон. Mm.
Бывает же, что с одной стороны заклинило, износило, я понимаю. А это, конечно. Директора на полставки пристроили на работу. Молодец, порядок наводит. Да. Директора услышали. Фу, боже. Ну, нормально. Тут уже на месте с этой стороны. Дядь Юр, направляющие помазали, да, все нормально? Ну, да. А то, блин, некоторые забывают, потом неприятности. Все помазали. Так, смазка для суппортов бывает. Используем хатовскую. Или высокотемпературную, вот такую вот. Такую я лично использую. В принципе, ничего плохого не скажу. Ну все, в принципе, сейчас колодочки кидаем новые, и машинка уезжает.